День Победы – событие, которое не остается без внимания ни в одной семье. Несмотря на ужесточение мер антитеррористической безопасности, жители округа не останутся без праздника. Первым местом встречи в сам День Победы станет площадь у администрации. В 9 утра там развернут тематическую выставку военной техники. Горожане смогут изучить как современные образцы, так и боевые машины 41-45 годов. Экспонаты можно будет посмотреть снаружи и изнутри. Обязательно приходите всей семьей. Продолжится празднование на площадках основных общественных пространств. Это парк Мира, парк Яуза и Мытищинский лесопарк. В 12 часов дня там начнется единая программа под названием «Подвиг. Память. Победа». Парад военного оркестра, выступления артистов, патриотические акции и мастер-классы, запуск воздушных змеев и куда же без полевой кухни. Кроме того, везде будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Организаторы обещают насыщенную программу и приглашают всех жителей от мала до велика. В священный праздник Победы торжественные мероприятия локально пройдут во многих парках, аллеях и скверах. 9 мая в 12:00 стартует программа на Первом Рупасовском переулке и в микрорайоне Шитиково. Воспитанники учреждений культуры и местные артисты исполнят песни под баян, прочитают трогательные стихотворения и порадуют красивыми танцевальными постановками. На концерт приглашаются и все жители микрорайона «Дружба». Песня о родине и ее героях объединяла во все времена, и в этот раз ожидается душевная встреча поколений. День Победы станет значимым вдвойне для воспитанников спортивной школы «Авангард». 2 часа дня там откроют мемориальную доску в честь прежнего директора учреждения Анатолия Микитюка, который героически погиб несколько месяцев назад в зоне спецоперации. Придут его родные, коллеги и друзья. Всего в Мытищах пройдет около сотни мероприятий в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Митинги состоятся во всех уголках муниципалитета, в том числе и на сельских территориях. С более подробной афишей можно ознакомиться на официальных интернет-ресурсах администрации, а также в телеграм-канале главы Юлии Купецкой.